В столице Франции необычный социальный проект дал надежду сотням людей, оказавшимся на обочине жизни. Многочисленным гостям города теперь предлагают новые туристические маршруты, на которых гидами работают бездомные. У туристов одного из самых посещаемых городов планеты есть возможность увидеть места, где не ступала нога даже большинства парижан. Здесь все не так, как на обычной экскурсии. Очень личное, такое персональное путешествие. Я приезжаю в Париж последние 10 лет и рад, что наконец увидел другую сторону этого города. Ведь она обычно спрятана от глаз большинства туристов. Многие бездомные гиды – участники соцпроекта «Городская альтернатива». Они смогли набраться уверенности, заработать денег, чтобы снимать жилье и даже вернуться к работе. А если учесть, что количество желающих увидеть такой экзотический Париж растет с каждым днем, то можно с уверенностью сказать, что у этого проекта большое будущее.